урок номер один, минута. Доброе утро, уважаемые красногорки, чуть менее уважаемые черные. Я решил, что на эту игру я добавлю чуть больше контраста, чем на последующие игры, потому что игра была тяжелая, я был комментатор, что, к сожалению, не успел там отдохнуть, как настроиться на новую игру. Поэтому ну, в этой игре максимально буду использовать цвет. В дальнейшем постараюсь удерживать контраст, чтобы как-то эмоционально было не очень легко находить. Я не очень согласен с посылом, который говорил Док в прошлой игре, потому что он говорит, турнирная игра, были промахи. Мне кажется, все равно, если мы приезжаем на турнир, должно быть интересно. Тем более, не говоря, что кто-то на кого-то из нас может равняться, и равняться на то, чтобы пасовать потом что-то делать, но придется шерифом. Ладно, в один раз если неправильно, наверное, когда дальнейшие разы будут правильно. Это не очень правильно. Я хочу, чтобы каждый красный игрок представил, что представьте, вы закончили универ, вам 22-23 года, и вот если вы сейчас игру сыграете красным хорошо, то у вас перспектива будет, работа крутая. А если нет, то, к сожалению, вы пойдете на низкооплачиваемую работу, и потом будете все время черным игроком. Спасибо. Игрок номер 2 минут. Всем привет. Будь здоров. Ничего я не поняла, что ты там говорил, кроме того, что ты не согласен с Доком. Вот, я согласна. Это то, что по прошлой игре и по твоей речи. Вот, дальше по этой игре и последующим, ребят, мы первую игру сыграли, в последующем я всегда буду голосовать, но и играть так, как я думаю. И, пожалуйста, там, кто будет уходить, не направляйте в мою сторону там речь, что я прошу, проголосую и так далее. Вот. Это чтобы вам обиды не было потом, если вы вдруг правы, а я нет. Вот. Что, по один еще нужно что-то говорить 20 секунд? Ну, я все сказала. Выставляю один. Принято. Ты сказал, что ты сейчас на контрастишь, правильно? 10 ну секунд. Вот давай, попились, и потом уже примем решение по твоему цвету. Сейчас я не могу сказать, там, ближе в какую даже сторону. Ну, поговорил нормально, обычная речь. Время. Игрок номер 3 минуты. Так, доброе утро, город. Желаю всем хорошей, легкой, красной победы. Я игрок красный. Так, ну я играю с игроком под номером 2. Вот, потому что, ну, я понимаю ее эмоции, что она... Ну, короче, мне кажется, что рефлексия занимается обычно красной игроки. Я это знаю, что это аргумент, которым я пользуюсь очень часто. Вот, это игру под номером 2, то, что делал. Поэтому, мне кажется, игрок под номером 2 красный, а потом по игроку под номером 1. Вначале я, на самом деле, был практически уверен, что он игрок черный. Вот, но потом последние секунд 20 мне прям понравилось, когда он сказал, что представьте, что эта игра зависит от вашей карьеры. И это такой прикольный момент, которым, допустим, я пользуюсь. Мне кажется, не знаю, по игроку номер 1, но просто прикольный момент, который я заметил. Такой я играю с игроком под номером 1. Моя команда 1-2. Вот, у меня посыл, я не знаю даже, какой же посыл давать. Я посыл себе даю уже, а не вам. Я себе даю посыл достать. Не знаю, я не знаю, я уже сижу и думаю, боже, может быть такое, что я 10 черных карт на магистрате доставлю? Ну вообще, это возможно вообще? Мне кажется, за 5 лет это возможно, максимум. Потому что за 2 магистрата я достал там типа 5 черных карт вместе. И в этом месте я уверен, что будет, ну, 2-3. Но сегодня я уверен, что не будет, завтра начнутся они и где-то 2-3 штуки. Вот, это то, что, о чем я думал, на самом деле. Все, 1-2, играю, спасибо. Игрок 4 минута. Добрый день, рад всех приветствовать. Желаю всем хорошей, интересной игры. Победы нашей сильнейшей красной местной молодежной команде. Хотел бы возложить ответственность за поражение в прошлой игре на себя и на вас. Ты спрашивал, почему ты меня не берешь? Я обсуждал, кто виноват. Я не обсуждал. Вот. У нас вообще не принято. Наши шерифы не голосуют ни в девятке, и ни в десятке, тем более, ребят. Поэтому давайте у нас открыто, надо закрыть, чтобы не навеяло оттуда. Вот. Я пока играю 1-2-4, почему подозреваю 3. Он сначала сказал, что он играет с 2, а потом начал объяснять, по какому аргументу он сыграл 1. То есть у него готовый аргумент уже был по 1. Поэтому я подозреваю 3. Вы в первом магистрате сыграли 2 или 3 черные карты? 2. А во втором 3 разве? Что, мне кажется, стыков какая-то. Вот. Я одну фееричную со мной с Женей. А, где шериф не убивали, да? Там 10 секунд. Передаю привет, где камера там? Жене, теще, двум дочерям, Борману. Ну и, пожалуй, все. И у вас время, спасибо. Пятый игрок, минута. Доброе, друзья, Ника Сэмбитон, красный игрок. Вторая игра, вторая красная карта. Рад вас всех приветствовать. Я проанализирую ту игру, почему мы проиграли. Вроде мы слишком рано расслабились реально с этими промахами. И чуть-чуть эмоции были. И эти эмоции мешали. Смотрите, игрок номер 2. Я вас уверенно считаю красным из всех... джентльмен, как поговорили, вы, я отмечаю даму, которая мне очень понравилась, игрок номер 2, я считаю ее красным. Я рекомендую на этот круг, исходя из того, для себя рекомендую, что если 4 подозревает 3, я сильно 3 не подозреваю, но есть с учетом, и 4 тоже не подозреваю. Я бы не прочь вас послушать, игрок номер 1, потому что вы начали на соборонительной речи, то, что вот я контрастный, постараюсь этот контраст поменять. Возможно, вы красный игрок, я пока не приобрел цвет, не исходя из того, что люди даже вас, кто-то берет команду, кто-то не берет. Я играю 2, 3, 4, 5.
Я понимаю, что вы подозреваете секунд. Мне объясню, почему третий понравился больше. Потому что игрок номер 9. Рекомендую этого не делать, если вы красный игрок. Почему вы посчитал вас красным? Потому что вы больше акцентируете, что время, спасибо. Черные карты зря. Это фол, игрок номер 5, будьте добры. Заканчивайте речь вовремя. Игрок номер 6 минут. Да, я играю с 1 по 6. Мне кажется, за мной двойка черных. А вы думаете, я покажу пятый черный? Все, что вы показываете, мне больше не интересно на ближайшие 24 игры. Вот, поэтому я играю с 1 по 6, мне кажется, здесь достаточно много красных ключей. Ну, я, в любом случае, не нашел черных. Вот. В прошлой игре тоже не нашел, но не было времени. Там так на красный хотел. Поэтому пока играю 1, 2, 4, 5, 6. Я не знаю, какие двойки здесь могут быть, для меня я понятия не имею вообще. Что? 4, 5? 3, 5. Прекрасно, я так не думаю. Ну, давайте еще какие-нибудь цифры покажите. 2, 4 там. Я так не думаю, я же играю со всеми. Вот, на 1, 2, 3, 4, 5. Выделять вообще даже никого не буду. Мне все равно вы поговорите, вот, и может быть выделю вас. А может быть и не выделю, может наоборот. А выделять никого не буду. Все, спасибо. Игрок минус 7 минут. Так, всем здрасте. Короче, посыла, так как я достал красную карту, я должен дать, потому что я всегда так делаю, мне так нравится. Но в прошлой игре, в принципе, норм было, но это, если вдруг вы достали карту шерифа, не вскрывайтесь на круге при 9 рыб. Я как красный, я вам говорю, что я пойму, что вы шериф, вот, и буду вас поддерживать, если что. Это раз. Это, и старайтесь казаться, что вы шериф, потому что если он умрет, будет сложно, а так я уверен, что мы выиграем. Красный для меня это 2, 5 и 6, вот. И мне тоже понравился игрок под номером 3, как игроку номер 5, но, возможно, потому что 4 речь мне тоже понравилась, как сказал игрок номер 5, и мне просто подсознательно, возможно, хочется, чтобы 3 был красный, поэтому я могу в нем ошибаться. 5 мне понравился игрой в 1, я практически на 100% уверен, что 1 черный, учитывая то, как он играл предыдущую игру, надоест, кося и так далее, я примерно понимаю, как он в целом играет, и вот если, ну, примерно для меня чем-то черная игра похожа именно в плане речей. Вот. И я бы точно сказал такую речь черную, поэтому я чисто через себя продумаю, что думаю, что он черный. Вот. 2, 5, 6 я играю, и 3-4 вместе точно. Спасибо. 8 игрок минута. Так, слушай, ну я обдумал эту вещь, по поводу, что получается в предыдущей игре, если ее сравнивать с тем, что я закончил университет, то я шел на, скажем так, на главу Газпрома, а закончил снегоуборщиком, да, уборщиком снега. Вот. Мне очень хочется убирать снег, это игра стали 6. Смотрите, я не понимаю, за что вы играете, как у меня 6. Оп, еще рано, двойка, двойка черных после него. Я игрок красный, пусть игрок номер 6 ни одной мысли не озвучил, ни по какому игроку. Просто их всех объединил, когда у пятого акцента красный 3, 5-6 играли 4, на каком основании 7 выкидывают игрока номер 4. У 4 был аргумент, за что он конкретно подозревает игрока номер 3. Я играю 2, я играю 4. И ну, я вполне могу предположить, что даже все черные могли поговорить. Первый показал красный 7, когда 7 показал черный 1. Он, не дождавшись речи 7, сказал, что показал, что 7 красный. Потому что ты думаешь, что он вообще не понял, что имел в виду игрок номер 7. Просто на автомате показал. Поэтому подозрительный 1, 4 по аргументу, 4 красный по аргументу за 3. И 5-6, мне кажется, и у вас время, спасибо. 9 игрок номер 5. 5 игрока самый красный 2. За это я показал, что 5 проверенный черный. Как можно из 1-2 вообще выбирать? Речь Саши, да, она была нормальная. У первого тоже речь была нормальная. Стали 1, стали 2. Мне просто, если вдруг вы хотите, мне было бы полезно послушать игроков 1-2. Что сказала Сашуля? Сашуля сказала следующее. Я не согласна с вашим посылом, игрок по номерам 1, мне ближе посыл третьего, но при этом я в дальнейшем, точнее, хочу вас предупредить, буду играть по себе. Это правильная позиция, я ее разделяю, если что. Но просто сказать, что 2 очень красное, это странная речь. Где привет тёще? Был всем, а тёще не было любимой. Странно тоже. Но мне понравилось то, что четвертый сказал... Да, сейчас проверю. Я проверю, что. Mm-hmm. Мне понравилось, что четвертый отметил, что 3 сыграл с 2, а потом объяснял, почему красный 1. Я даже похлопал игроку по номеру 4. Но то, что ты сыграл с 1-2, мне непонятно. Я... Проверка 9. Я уверен, что 4-9 вместе мало. Секунд фо. Шериф идет к 4, я уверен, что 9 красный. Вообще, я не боюсь проверки, но мало ли что. Давай. Шериф попробует проверить черного. Я думаю, черный 5 именно за выделение. 3-4 красный 2. Как? Будьте аккуратны. Берите жестикуляцию. Если я прерываю ваш выкрик своим, а вы не останавливаетесь, второй фол на будущее. Игрок номер 10 ваш. С кем вы хотите развивать? Представляю 5. 5-3. Так, смотрите, если я правильно заметил, то где-то примерно на речах игроков 2 и 3, когда там все жестикулировали и так далее, один, у него, как мне казалось, шел какой-то поисковой процесс, никто не видел за столом, но он показал 4, 7, 9 красные, до речей игроков 4, 7 и 9. Мне, в принципе, не важно, попадает он или нет в цвета, то есть там он может в ком-то ошибаться среди игроков 4, 7, 9, но мне кажется, что вот этот поиск, это конкретно по красному. 7 для меня не красный за то, что играет 2, 5, 6. Мне странно, от вас, игрок номер 6, нужна коммуникация. Вам задают вопрос, что
с 1 по 5 могут быть двойки. Двойка, к примеру, 3 и 5. Может быть, к примеру, если умирает... Смотрите, если умирает игрок под номером 4, к примеру, пятый говорит, что он одновременно играет из 3 и с 4, а аргументов ни по 3, ни по 4 не говорит. Я подозреваю 3, потому что в моей практике и там, статистически про черные карты, то, что люди... Я не достаю черных карт. Обычно говорят черные игроки. Поэтому 3 я подозреваю. Все, попил игроков 1 и 5. Пас. Итак, голосование. Между игроками 1-6, 2-5. 1-6, 2-5. Кто за то, чтобы стоп от номера 1? Стоп. 5 голосов. Кто против игрока номер 6? Стоп. 0. Кто против игрока номер 2? Стоп. 0 голосов. И 5 голосов пятому игроку. 30 секунд первого. Мы с вами опились, потому что для меня 3-5 никогда не показывается игрока. Я играю в команде, довольно странно сейчас покажется, все покажут, что я черный. Для меня 2-4-6-7-9, максимум один черный игрок. И я не очень сильно подозреваю кого-то из них. 9 для меня красная за игру в 2. Ну, то есть она говорит, послушайте, пожалуйста. Сейчас 3 спросил у 9, типа 9 спросил у 3, кого он просил на проверку. Типа может быть такое, что 9 черное с 3, поэтому просим проверку 9, но шерифа убить. Все. Нет, я думаю, что вот 3, 8, 3. 3, 8, 10, время. Там матч. Спасибо. Вам второй фол. Игрок номер 5, 30 секунд. И вы и того меня подозреваете с третьим игроком, да? Я это принял, запомнил тогда. Смотрите, я убежден, что 10-й черный, я не буду рассматривать твою красноту. Ты кардинально поменялся. Ты когда красный, больше такие нестандартные ходы разговариваешь, нестандартные именно мысли даешь. Ты ничего не сказал, ты просто банально проговорил свою минуту. Я 10-го цвета не отпущу, точно считаю черным игроком. Смотрите, мне необходима проверка игрока номер 8, потому что это не очевидный цвет. Да, твою проверку, да, вот мы просим. Нет, зачем 10-й? 10-й без проверки черный. Я буду играть против 10, все. Спасибо. Итак, голосование между игроками 1-5. 1-5. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1? Стоп. 5 голосов. 5 голосов по пятому. Ставим вопрос в подъеме. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? Стоп. Голосов нет. В городе ночи. Секунд восьмого игрока. 1-3-10. 1-3-10 принято, все игроки могут снять маску. Смотрите, я убежден, что в 2-5-7-9 очень много красных игроков и, наверное, не черный 4, хотя в 3-4 есть черный, если бы нет черного 1-10, в 3-4 краснее 4, потому что ты сказал 9-4 вместе черный, я не считаю черным игрока номер 9. Для меня очень подозрительный 1, потому что он сыграл в 3-8-10. 10 сказал, закрывая стол, что он думает, что черные 3, поэтому 3-10 для меня на тот момент не имеется черные. Плюс, мне кажется, один мог давать какую-то динамику. Сказать, что пятый красный, ну, я думаю, что пока вот 1-3-10, самый подозрительный 10, поэтому больше красный 5, потом по подозрительности 1-3 идут, потому что 3-4-9 вместе черные. Я уже думаю, красный 7, потому что 7 сыграл в 1, показал. Плюс я слышал, когда у меня 7 шерифов и умер, но, естественно, он меня вряд ли бы убил бы. 6 кто? Не, я не шериф. Видишь, ну, ты же убил бы шерифа, правильно? Скорее всего, нет. Кто 6, он сыграл с 1 по 5. Подозрительный, непонятный игрок. Вот я думаю, что 2, 4, 5, 6, 7. И у вас время, поаплодируем игроку номер 8. Прошу вас ограничивать жестикуляцию, нарушающую права других игроков. Игрок номер 2, ваш момент. Ты вскрываешься? Кого выставить по первой руке? Выставляю 3. 3 принято. Вот. Чего? 9 черные? И ты тоже скрываешься? Он сказал, что он не шериф, я его спрашиваю. Третий фолоров. Да, я это видела. А ты кого проверил? 3 проверил, и он проверил. А, он 9 проверил, да? Я принял, что они черные, потому что скрывать, я должен был сказать. Давай фол. Я видела это все. Мне не кажется, что черный 6. Вот, это пока первое ощущение, поэтому для меня была подозрительный игрок под номером 9. Плюс начала выставила меня, сказала какие-то вопросы, это было очень странно. Вот, 4 показал, что 9 красная. Я это помню. Блин, у тебя 3 фола, ты разговаривать не будешь, да? Мне кажется, 7
Да не ты, он. Мне кажется, 7 краснее, 10 пока что. И один я что-то либо прослушала, либо слушала невнимательно. И у вас время, спасибо. Третий игрок минут. Мусоля 9. 5, 1, 1, 6 игра. Вышли не лазайте, пожалуйста, будет добрый голос игрока по номеру 9. Со мной игрок по номеру 6, который сказал, будет голосовать точно игрока по номеру 10. Я. Еще нужно один человек, который просто впишется в команду, что черный 9. Четвертый игрок показал, у меня перед ночью шериф ли я, точнее не перед ночью, на папе спросил, шериф ли я, буду скрываться после, что я должен был сказать, да? Ну скажи ему, да, он меня убил, он просто хрит, или даст диамику на меня, в чем прикол вообще? Конечно, я ему скажу нет. Пошел прикол 10, он мне скрылся, реально это было, почему? Смотрите, если я черный, я, получается, отстрелил игрока по номеру 7, а не игрока по номеру 6, когда он скрылся мне, после этого провел игрока по номеру 9 черным, а скрылся он мне, я в две версии решил играть или что, я не могу понять. После 9, ползайте, пожалуйста, игрока по номеру 9, вот, игрок номер 1, вы тоже поздравляли игрока по номеру 9, по-моему, было так, вы сказали, 9 может быть черное, может быть, ну, тем более, смотрите, какой хороший аргумент. А, не вместе не может быть. Ладно, сыра 9. Все, красный 6 обязательно. Вот, это понятно. Черный 4, черный 9, последний черный, между 7, 10. Всему говорит, 10 черный. И мне тоже показал 10 черный, 0 круги. Если что, я показал тебе, что тоже 60 черный, но послушай, как по номеру 7, он дозвает на момент больше. Все, сыра 9, спасибо. Игрок мечты, у вас 3 фала, может, вы хотите одну кандидатуру голоса? 3. 3 был принят ранее, спасибо, игрок номер 5. Вашим. Короче, я вписываюсь в команду, можешь меня проверять. Выставляю кандидатуру игрока номер 10. Смотрите, я когда 10. На нулю круг сыграл 3-4, девятому игроку нету смысла говорить пятый черный, если она с четвертым черным. То есть я же беру четвертого игрока, вопреки того, что он считает третьего красным, я беру 3-4-5, для нее должно быть комфортно, она считает игрока номер 4 красным игроком, соответственно, 4-9 нету. Ей не лифидно показывать 5 черных. Выставляю 10, я 10 очень сильно считаю черным. Сейчас в третьего смысла нету голосовать, давайте про 10. 10 никто не остал красным, никто не говорит красным. Первый Бен сказал 10 черный. Вы игрок номер 7, обязан голосовать 10, я все видел. Давайте вместе, если вы красный игрок. За то, что я объясню, почему 6 у тебя не должен быть красным игроком. Если у тебя 6 игрок красный, кто у тебя черный тогда? Между 7 и 10. То есть у тебя слишком легкая игра. 6 игрок дал на тот круг, что он будет скрываться в этой игре. Ты должен это понимать. 1, 2, 1, 2 3, 4, 5. Нет, 10 секунд. Все, я играю 10. Рекомендую проверить 6. Спасибо, пас. Игрок номер 6 минут. Кому рекомендуете? Шерифу? Стоя 9. Все, я играю баланс. Так, черный 3. Ну, никто черный. Она сыграла 2-4. Сказала красный 7. Да. Что там? Черный, красный 4, да? Выставили 2, да? Значит, у вас черная команда, что-то типа 2, 3... 10. Или 2-3-7. Я не понимаю, просто кто черный в 9. Я не хочу даже распинаться. Я просто голосую в 9. В баланс играю. Я был в какой-то шкуре. Мне не понравилось, поэтому просто голосую в 9. Вот. Что-то еще думал сказать. У вас надо проверить 6, да? Можно проверить 6 двух сторон? Я вас сниму с удовольствием, привлекаю на следующий круг. Вот, все. В 7-10 есть какой-то черный, потом будем там думать. Ну, я не играю в версию, что 7-10 два красных. И почему чернее 10, чем 7, пока никто не объяснил, откровенно говоря, ни одного аргумента не сказал, что в 7-10 один черный должен быть. И пока никто не объяснил, почему чернее 10, а не 7. У вас пока время, спасибо. 7 минута. Так, мне по-прежнему кажется, что красный 2, 5 и 6, и что черный либо 1, 3, 10, и он оставил тройку, либо он дает свою 9 черную. Вот пока мне так кажется. 5 мне понравился, как он говорит, можешь меня проверять, я с тобой уже 10. Да, как он обратился, понравился. Нулевой круг 5 понравилась, игра против 1 невыгодная для черного. 6 слишком вальяжно, не думаю, что он бы так сильно не старался черным. Вот, может, конечно, я ошибаюсь, я с ним первый раз в жизни играю, но пока мне так кажется. Подожди. 2 как... Ну, 3 черные, понятное дело, что он сказал четвертым, что он не шериф, и крикнул фолом проверить 3. Ну, это... Я просто вот думаю, голосовать в 3 или подумать, что он вместе с 9. Вот, выставляю 3, выставляю 9. Да-да, ну 4, 7 и кто там, и 9, и 5 тоже. Вот. Господин Ира, вы думаете, что 9 красный, да? 10 секунд. Хорошо. Будем работать с этой информацией. Спасибо. Девятый игрок. На столе игрока под номером 3. Предлагаю заголосовать 3. Если вы подумаете, что игрок под номером 9 вместе с ним черным, то вы потом об этом подумаете. Господин Ментик, смотрите, есть такая теория. Есть теория, о которой вы рассказывали мне, о том, что вы со мной всегда хотите играть, когда игрок черный. А когда я игрок красный, вам все время кажется, что я игрок черный. Может быть, вы смягчите оборот, если вдруг вы игрок красный. Пока мне так не кажется. Федя, игрок по номеру 1, хочу сказать вам. Потому что если считаешь черным одно, а аргумент этот просто не надо набрасывать. Когда я спросил игрока по номеру 3, это ты сказал, надо проверить 9. Потом спросил игрока по номеру 6. Типа, я не должен оправдываться, просто хочу, чтобы ты не апеллировал этим аргументом. Он неправильный.
Короче, еще момент. Хочу, чтобы вы это понимали. Если идет проверка такая, что надо проверить игрока под номером 9, то скроюсь я в команде 4-9. Да скажи, ты уже его почему? Никто особо реально не подозревает. Я думаю, что 3-6-10. И у вас время почти 50 минут. Второй. 3. Я голосую в 3. Я ответственно заявляю, то, что мне кажется, что все, кто говорят, что они вписываются в команду против третьего игрока, там обязательно есть черный, потому что смысла говорить, что 3 безапелляционный черный никакого нет. Можно устраивать просто какое-то свободное голосование и голосовать, поэтому для меня это подозрительно. По 5, у меня такое впечатление, что 5 это такой же игрок, как в предыдущей игре сидел 6. То есть у 5 есть игра его с игроками 3 и 4, я играю против 3, объясняю, почему черный 3, у него аргументов, почему 3 красный нету, он просыпается и говорит, 3 черным считаю, но выставляю 10, буду голосовать 10. Какие уникальные мысли тебе еще нужны, если вы красный игрок, игрок под номером 5, если я по 3 уникальную мысль дал, почему для меня черный 3? Вот, я голосую 3, потому что я считаю, что господин Док не может сидеть шерифом, брать 2 фола на то, что сначала проверить 8, а потом проверить 3. В чем этот прикол вообще? Ну, вскрылся ему 4. Зачем брать второй фол на проверку 3? В чем прикол? Я не понимаю, в чем профит и выгода. Вот, поэтому и я у вас голосую... время, спасибо, первый игрок, минута. А вы сейчас 10-го подозреваете? Все красные, голосуют 9! Третий фол! Сейчас 10-го подозреваешь? Просто интересно. Если больше красный, я на этот круг после речи игрока номер 2 подумал, что черные 2 и 6 вместе, и из-за этого это вся команда 7-го почти. Игрок нулей не выставил даже. Игрок номер 2, смотрите, ну послушайте, пожалуйста. Игрок, когда проснулись, игрок номер 2 сказала, она уверена, что 6 красный. Когда 6 говорил, к концу речи она зачем-то 6-м вопрос задавала. Он сказал там 5-10 что-то, типа нет уверен, что 10 именно черный. Откуда у него, она считает его красным, почему вопросы появились? А 6 подозреваю, потому что в прошлой игре он тихого заката, шериф, может, пошел проверил первую ночь. А сейчас, как он обрел его цвет, аж на стол вылез, показал, что 8 красный. Единственное, чего может быть не черным, во-первых, из-за того, что 7, сказал, что 2, 5, 6 много красных. И из-за того, что 5 считает черным 10. Из-за этого я могу подумать, что 6 красных. 2 сказал, будет играть свои цвета, я за проверку 2. Я думаю, что вы не шериф, я думаю, знаю шерифа. Спасибо. Итак, в городе голосования, всякую же спекуляцию убрать. 3, 9, 10, 3, 9, 10. Кто за то, чтобы игровой стол подмел игрок номер 3, 105 голосов. Кто против игрока номер 9, 103 голоса. Кто против игрока номер 10? 101 голос. Минута третьего игрока. Прикольно, дальше я показал, кто 10. Вот, седьмой показал 10 красный. Вот, десятый меня проголосовал. Почему я думаю, 10 красный. Посмотрите, ребят, я шериф, не желаю, чтобы вы проиграли эту игру. Вот, я очень надеюсь, что вы проиграете эту игру 30. Понятно? Спасибо. В городе ночь. Утро в городе Провах. Игрок номер 4 минута. Так, выставляю 5. 5-3. Я убежден, что черный 3, а не шериф, не вскрылся другой шериф. Я предлагаю не скрываться, потому что я думаю, что черный 3. Вот. Я не могу понять. Смотрите, 2, 3, 6 вы проголосовали в 9, правильно я понимаю? 5-10 есть черный. Смотрите, ребят, смотрите, не надо думать. У игрока номер 3 черный я, черный 9 и черный кто-то 5-10. А он думал в 7-10, у него 7-100% красный. Вот. Кто из вас там хочет голосовать в 9? Вы тоже, да? И вы тоже хотите в 9 голосовать? Или я что-то не понимаю. Да вы же не едут. Не знаю, мне кажется, красный 1-7-9. Я думаю, что в 3-5-10 двойка. 10 секунд. Я голосую в 5, спасибо. Пятый игрок минут. Нет, так игра не пойдет. Мы в игру кальмаров не играем. Конкретно есть шерифы? Кто там? Кто шериф? Есть шериф, другие? Нету? Все. В столе кандидатура игрока номер 9 уйдет. Ты как можешь меня подозревать? На тот круг я сказал, я вписываюсь в команду 4-9, ты после этого выставляешь меня. Тем более, ты, если знаешь шерифа, он должен тебя отмайковать. Ты просил, вдолбил проверку 5. 5-5-5. Должна же быть информация. Нет информации, все, уходит игрок номер 9. На следующий круг уже какой-то шериф скроется, мы поймем.
Да, вы смотрите игрок номер 10, вы на тот круг, вы сами вписались в команду 4-9, сказали 4-9 красный, 3-й черный, у вас аналогичные мысли, но вы меня атакуете, есть 7, который говорит, что вы черный, к 7 претензий никаких нету. Я на тот круг, я на 0 круг думаю, что между 3-4 должно быть, они оба красные, я реально подумал. То есть зачем уже форсирует игру, кто-то кого-то может обмануть, нет, они начали рубиться. Я постарался объединить, 6 меня объединил, взял меня в команду, к 6 претензий нету, ко мне есть. Все, в 9 игрока спасибо. Реально, знаете, мне кажется, если мафия приедет куда-то вот в городах играть больше, или в деревне мафия открыть, там реально люди лучше будут играть, чем мы здесь. А что, в чем проблема скрывается? У шерифа вообще кайф. Он у него сидит, у него сейчас есть черная проверка, это красная проверка, будет еще одна проверка, у него почти мат победы. Кто шериф, скажите? Что? Кто? Вы шериф? 9 красный, 6 красный. Выставляет 9. Все, поехали. Все, я вам верю, вы сказали, что вы не шериф. Мне не нравится, я играю в 9. Все, выставляю 9, уходит 9. Спасибо. Седьмой игрок на этом. Да, я не согласен с вашим утверждением, выставляя 9. Вот. Это невыгодно скрываться. Есть инфа, что 9. Допустим, у шерифа 2 красные проверки. 3 меньше доверяют. Шериф может спокойно заголосовать 9. Проверить 3-го красного. Есть вероятность, что он умрет. У нас останется 6 человек. И тогда мы сможем поделить 3. Если у шерифа будет черная проверка, будет вероятность на то, что мы проиграем игру. Не, ну понятно, вы по-любому найдете. Это мы уже видели, да. Выставляю номер 9 на голосование, спокойно голосуем 9, шериф правильно делает, что не вскрывается. Пас. Девятый игрок. Ну можно хотя бы было бы мне намекнуть, чтобы я знала, кто ты. Ну так, чисто, для понимания. Вы же должны понимать, что я уже 10 раз вскроюсь черный, 10 раз. Непонятно, да. Выставляю 6, все. Пупс, твои проверенные красные 6 и 9 играют друг против друга. Ну он реально, что он делает? Ну я понимаю, но он говорит, уходит я. Покажу я. Что это за... Короче, так, мне кажется, что игрок под номером 10 так не играет. Поэтому мне кажется, что игрок под номером 10 черный. Потому что он не играет так красным, не собирает руки в какую-то одну из версий. Поэтому черный игрок под номером 10 для меня. Поэтому должен быть красным 7, который играет точечного игрока под номером 9. Вот как это понять его цвет? Для меня красный 1, для меня красный игрок под номером 4. И до сих пор я не понимаю ни одной речи игрока под номером 2 и его цвет. 10 секунд. 6 красный и все. Это очень интересная позиция. Я играю 1-4 и с шерифом. Спасибо. 10 игрок минут. Вставляю 5. Вот. Я буду голосовать туда. Для меня вообще понятно, кто шериф. Абсолютно. Для меня абсолютно понятно, кто шериф. Вот. Ладно, без разницы, буду говорить цифры. Кажется, короче, красный 1 для меня. И все. Ну, короче, вот дальше ничего не буду говорить. Для меня понятно, кто шериф. Я не хочу голосовать 9. Я хочу голосовать 5. Все. Для меня понятно, я не считаю, что 3, то есть 3 у него какая логика, его заголосовали, он шериф, его стандартные действия, когда он играет в Украине, когда его голосовали, он кричит отстрел, чтобы этот отстрел не состоялся и быстро скипает речь, чтобы черные не успели перемаяковаться. Такое ощущение, что 3 черный, не знает реально, в кого назначить отстрел и не понимает, кто шериф, и просто уходит, ну типа будет, что будет. Вот, поэтому я голосую 5, пас. Первый игрок минута. Вы сейчас так поговорили, игрок на 9, будто вас кто-то подозревает не с 3. Вас подозревают вместе с 3, а вы говорите, что вы скрылись. Вы бы скрылись против 3, это была бы тоже шрифта. Вы бы сказали, вы бы давно скрылись. Вас подозревают вместе с 3. Никто не думает, что 3 шериф. Ни один человек не кажется стороны. Вместе с 3, конечно. Это что вы не понимаете, вы говорите. Ну, очень грустно, что так думают красные. Так, шерифство 3, 1, 3, 9, кода. Шерифство 3 играть не буду, потому что... Мне такое отношение нравится, и меня как будто для него столом нет. Он сказал, что черный 4-7-9, я проснулся, вот 50 отметил, я сказал, что играю 4-7-9. Потому что игрок мне его что ставить не будет, я... Зачем? Меня как будто нет, его тоже нет. Поэтому он столом нет, потому что меня для него нет. У нас как бы друг друга нет. 10 секунд. Не, ну если 9 черный, тогда черный 5-10. Типа 2-6, если есть черный, зачем голосовать 9, когда можно снять 3, если голосовать 3-9. У шерифа, исходя из того, что если он считает 9 черным, проверять 5-10. Если не считает, то 2-6. Спасибо. Второй игрок минуту. Нам же 2 не надо. Вы думаете, 2 проверено. Что там по 2? Непонятно. Да, я в 9 голосую, я себе никак не могу оправдать того, что я не проголосую в 9 после речи 9 два раза. Вот, поэтому, естественно, вот, также, кто сказал, что один красный? А, 10 сказал, один для него абсолютно красный, один на большой круг сказал, для меня странно 2, 2 сказала 6 игрок красный.
Ну, думаю, что красный пока что. Но у меня нет такого уверенности, что 100% красный. Я, конечно, такого не скажу. Думаю, красный. Вот, один сказал, два сказала, 6 красный, и вопрос ему задает странно. Что вообще? Что, простите? Это что вообще такое? Я не могу вопросы задавать игроку? Или что? Вы сказали 4, 7 и 9 красные игроки. Вообще не смейте с ними разговаривать, понятно? Вы же сказали, что они красные. Это речь один. Вот. А для тебя, Андрей, один 100% красный. 10. Вот, плюс один, мы помним речь, он сказал проверить 2 на прошлый круг. Поэтому подождем. Все, 9 голосов. Спасибо. Итак, голосование между игроками 5-9-6. 5-9-6. Кто за то, чтобы стол так на игрок номер 5? Стоп. 2 голоса. Кто против игрока номер 9? Стоп. 6 голосов. Минута 9. Мне кажется, что реально черный 2-3-10. Потому что у Саши вообще реально нет речей. Просто нет. Мне кажется, у нее красные все время какие-то уникальные мысли. Какие-то она что-то замечает, анализирует речи. А у нее нет ничего. Ну, может быть, ты тильтанула сильно после прошлой игры, но у тебя вообще как... Мне не понять, не принять твой, короче, красный цвет, если это красный. А поэтому мне не нравится то, что многие играют против игрока под номером 5. Потому что для меня черная 2-3-10. Поэтому пусть шериф проверит игрока под номером 2. И все. Угу. Что ты так улыбаешься? Ну реально, у тебя плохие речи, как мне кажется. Непонятные. Так. 10 секунд. Ты же не сомневаешься, что я вопрос? Правильно? Ну, Элю, скажи. Объясни же. И у вас время поаплодировать 9-му игроку. В городе ночь. Седьмой игрок, минута. Смотрите, ребят, 2, 4 и 6 проверенные красные. Я думаю, что 9 черные. Но на случай, тихо, но на случай, если 9 красные, 5 не выставляется под первые руки. Я не думаю, что 5 ни с 1, ни с 10. Если он черный, то да успокойся. Мат победа, господин игрок, мат победа. Надо, я все сделал, все скажу, что сделали, вы просто не страхуйте. По первой руке, я думаю, черный 1. По первой руке выставляется 1. За него голосуют 1 и 10. Потом выставляется 5. 5 голосуют в себя. Вот. Нет, не 5, да, короче, 5 голосует в себя вместе с кем-то. Нет, потом выставляется 5, потом 10. Вы сможете попилить? Это просто, не надо ничего выдумывать, поделите 3. Мое мнение, что мафия 1-3-9, пас. Владимир Седьмона, игрок номер 5, минута. Вставляю кандидатуру игрока номер 1. 1 принято. Ну все, давайте попилимся. Так. Да, 1-5-10 по-другому было. Просто я думаю, если какой-то вселенной третий ушел. Да не. Окей, все. 1-5-10, давайте нападем, попилишь. Спасибо, пас. Шестой игрок, минута. Не надо это тебе. Я сейчас все расскажу, сейчас все сделаю. Так, можно попилить и сделать это. Ну да, сделаем, конечно, все здорово. Под первой руки все самого красного вроде выставляют, ну ладно. Нет? Черного? Ну, я красного оставляю, там тоже делится все равно. Он просто себя точно голосует всегда, когда красный стоит на голосовании, если он красный, он всегда в себя голосует, не делает никаких видов ломания, чтобы даже никто не думал об этом. Но вы можете черного делить, черный просто может сломать, мне кажется. Ну ладно, я бы еще кому-то на оба снял бы, ну не знаю кого. Выставляю 5, уже выставляю 1, да? 1, 5, 10, так, 1, 5, 10. Я думаю, самый красный один, и мне нравится, что он выстоит на этом голосовании первый. Вот. Я бы сыграл бы в 3-9-10 вообще. Что? Да, что он сказал? Я что, думаю, не слушаю, кто что говорит, мне все равно. 10 секунд. Поделите, да? Поделите? Я сказал, как сделать, вы поделите. Спасибо. 10 игрок. Поделить несложно. Выставляю 5. Я думаю, черный 5. И чисто из-за того, как я анализирую, как у него строится игра. То есть я ни один круг не могу понять его цвета, которые он говорит. Он что-то озвучивает, но без аргументов просто. Это все тянется с нулевого круга, поэтому мне кажется, что черный 5. 9 обязана была на предыдущий круг голосовать за 5, ей некуда голосовать, поэтому там
без разницы. Вот, и то, что он сейчас сказал на этот круг, что типа в какой-то вселенной третий ушел шрифом, тогда 100% только черный 4 должен быть, который сказал седьмому застрелиться, поэтому 7 дал всех проверенных красных, чтобы 4 даже на случай, если кто-то уйдет один, просто убил любого 2 и 6 и поднял. Вот, поэтому тут даже странно, что какую версию типа вы рассматриваете, что у вас гарантированно должен быть только черный 4 в версии, где 3 шрифа. Ну, пилим все, но я думаю, черный 5. Первый игрок минут. Короче, когда мастер сыграли, я после мастера решил для себя, что я буду играть от нуля, потому что всего одна игра была, когда я на нуле сыграл эти двойки. И тут я больше не буду ничего слушать после нуля. Я думал, что 9 переспросил 3 динамику, и 5 я подозревал за цвет 3. Оставляю 10. 10 3. 4 попили. Все, за то, что 9 произошло, меня все это сбило. Реально, я не думал, что вы красный будете к своему красному. Я буду считать его красным, зачем его допытывать? Прям допытывали его жестикуляции. Я от этого вас подозревал. Ну все, это мужик и девять черный. Спасибо. Второй игрок. Ну, мне тяжело рассмотреть 9 красное, если что. Вот. Что ты думаешь, 9 красное? Что, 1,5 голосует в 1 или ты поговоришь? Ты скажешь, Илья, 1,5 голосует в игрока под номером 1. Да, если 1 не ставит, то мы в него все ставим. Если не ставит 5, то он стоит во второй руке. Дальше игрок под номером 5 стоит. 6-10 голосует 5. Игроки 6 и 10 голосуют в игрока под номером 5. Да, если 10 не ставят, то мы голосуем в игрока под номером 10, он стоит 3. Все, игроки 2 и 4 голосуют в игрока под номером 10. Он стоит последним. Вот, ты голосуешь 5, он стоит вторым. Вот, выставляю 1, 5 и 10. Все поддержим. Все, мы будем страховать. Спасибо. Четвертый игрок минут. Выставляю 1, выставляю 5, выставляю 10. Смотрите, мы, чтобы это на каком-то последнем турнире, на финале это было, точно так же при шестерых, три красные проверки, проиграли игру. Но я уважаю игроков 1, и 5 и 10, поэтому 9 красные. Любой черный из них сдастся. Потому что даже если он сможет сломать попил, он на следующий круг встанет. Поэтому 9 красные. Вот. Я не знаю, что он проверил меня, я думал, что 3 проверены черные. После этого я ему показал проверить 5. Я не понимал, какая у меня проверка, я или 3. Все, ладно. 1-5 голосует в 1, 5-10 голосует. 1-5 в 1, 6-10 в 5. Мы смотрим только за руку 1. Смотрите, у меня 3 фала, я ничего выкрикнуть не смогу. Кричит она, ты ничего не кричишь. Ты ничего не кричишь. Ну все. Итак, голосование, всячество, жестикуляцию, агитацию прекратить. 1-5-10, 1-5-10. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1? Стоп. 2 голоса. Кто против игрока номер 5? Стоп. 2 голоса. И 2 голоса поставьте, пожалуйста, против 10 игрока. 30 секунд первого. Ты говоришь, что типа всех уважаешь. Я не думаю, что 5-10 мяч черный по игре. А я знаю, что я красный, поэтому твое утверждение неверно. Что кто-то не сдаст. Я реально 5-10 мяч черный был, но это довольно странно. Все. Пятый игрок, 30 секунд. Все, так же голосуем. Я сразу ставлю без колебаний. Спасибо, пас. Десятый игрок, 30 секунд. Понятное дело, так же голосуем. Кстати, не согласен, потому что в любом случае, типа, черный должен играть до конца. Ну, я объясню, в чем суть. Что каждый раз, когда, к примеру, делят троих, и на первый, и на второй раз никто не ломает, красные всегда начинают думать, что, типа, оставляем, потому что никто не сломал. Без шуток. Так, да, такое бывает. То есть кто-то может начать думать, что, к примеру, черный 4. Вот, поэтому так. Ну, вот сейчас это и будет происходить. Ну, типа, пас. Голосование 1-5-10, 1-5-10. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 1? Стоп. 2 голоса. Кто против игрока номер 5? Стоп. 2 голоса. Поставьте 2 голоса. 10-й, оставим вопросы под номером. Единогласно. Минута первого. 5-10 мяч черный, да? Вы красный. Ну, все, значит, все, я неправильно. Я вас подозревал за цвет 3, все. Потом все сбилось. Я вообще думал, что пятый шериф тебе вскрылся, и ты когда выстрелил после промаха, маскируешь его, и от этого идет второй, от этого я думал, что 5 красный, и от этого... Ладно, извините, если я как-то подпортил нервы кому-то, кто-то думал, что я просто могу еще заруинить. Надеюсь, в следующих играх соберусь, и я не буду допускать каких-то ошибок, которые были в этой игре. В том числе маскируется. В смысле, в том числе моей жестикуляции по отношению к вам, моим друзьям. Да. Надеюсь, эта череда красных побед продолжится. Надеюсь, док продолжит черные карты доставать, как она хотела. Спасибо. Спасибо. Пятый год минут.
все нормально. Объясни, почему твоя проверка нужна была. Я же не имел информации, что 3-9 вместе черный. Для меня 3-10 черный, последний черный, я против 7 не играю. Вторую считаю самый красный, я обозначил. Вписался в четвертом круг. А четвертый, к сожалению, неблагодарный, все равно просто моей проверки. Ну все, отлично, хорошо сыграли. Всем спасибо за игру, спасибо. Короче, ты сказал, что типа любой черный сдался бы типа из уважения. Я буду мучить до конца, чтобы люди тратили свои мозговые ресурсы по максимуму. Это же истощает. Вот поэтому я буду вообще до конца мучить до последнего. Почему сказал три черный? Мне казалось, что очевидно для всех, что прям он черный. Плюс нет, смотри, не хватало на круг при девятеры. Я же понимаю, кто будет голосовать за 9. Не хватает в любом случае моей там даже моей руки четвертой. Все равно уйдет 3. В попиле 9 и 3. 9 обязана будет поговорить слишком по-красному, чтобы ушел 3. И все равно уйдет 3. А уже будет там условно моя четвертая рука за 9. Почему промах? Не знаю, мы не отстукивали. Я не увидел. Возможно, 2 давал динамику там свою, я ее не увидел. 3. Вот. Но я стрелял в 4, я не знаю, там кого Оля стреляла. Вот, потом уже было понятно, то, что шериф 7. Что-то еще хотел сказать интересного. А, дальше будет лучше, ребята. Спасибо. Что мы играем, да?